Что ты там натворил? Это какой-то спящий вирус? Черт! Держись, я тебя вытащу! Извини, что так грубо. Наушник в порядке? Так. Ты был в Анимусе. Анимус, ясно? Чтобы получить доступ к генетической памяти шеи Кормака с помощью Хеликс. Ты работаешь в Абстерго Интертеймент, ну? Хоть что-нибудь вспоминаешь? Твоя сессия что-то испортила, теперь в здании бардак. Нам нужен твой босс. Ты ведь помнишь своего босса? Мелани Лемей, ту, что с синдромом отличницы. Вот, это коммуникатор, чтобы не заблудиться. А теперь нам пора. Иди за мной, скорей! Вся эта паника из-за тебя, если вдруг интересно. Ну давай уже, так же, как на учебных эвакуациях. Все будет хорошо, ребята. Я... Это не учебная тревога. В чем дело, черт возьми? В файле шеи Кормак находилась ловушка, какой-то вирус. Твоя работа не допускать такого. Нужно сдержать эти воспоминания. Потом уничтожим. Нет, изолируем. Я собираюсь их изучить. Но... Простите, мисс Лемей. Это не обсуждается. Вы слышали? Что ж, мне будет нужен ваш болванчик. Вы не против, мисс Лемей? Привет, не удивляйся, но ты будешь работать на людей, которых мы наняли, чтобы, ну, усилить защиту. Мистер Отсеберг и мисс Вайолет да Коста. Просто Вайолет. Проверю, как сотрудники, и разберусь с прессой. Делай то, что они скажут, ладно? Вперед! Это, конечно, не твоя вина, но все-таки вирус выпустил ты. Так что поможешь устранить последствия. Мистер Берг хочет исследовать воспоминания Шея, но доступ к ним есть только из Хеликс. А он вырублен. Придется ребутнуть сервера в подвале. Блин, этот вирус создал долбанный гений. Не только перекрыл доступ к облаку, но и угробил все системы, которые отвечают за работу здания. Мелани, похоже, лифты не работают. Мы тут застряли? Черт, да. Пытаюсь вызвать рабочих. На этом этаже есть один сервер. Придется заняться им. Агент Де Коста, я жду постоянных отчетов о работе с памятью Шея. Но он обычный человек, как я поняла. Если мои догадки по поводу Шея Кормака верны, то его прошлое может открыть нам неожиданные возможности. Идите в серверную на этом этаже. Индикатор Wi-Fi мигает? Отлично. Значит, доступ к системе есть. Давай, подключи меня к ним. Сервер поднимется, подключу твой анимус обратно к Хеликс. По идее, если соединить лучи с нужными сегментами, все получится. Но вот в чем дело. Круги надо перемещать, чтобы луч был направлен на каждый сегмент. Именно на каждый. Один луч, один сегмент. Это понятно? Если сделать все как следует, система перезагрузится. Понял? Попробуй. К каждому сегменту ядра должен идти свой луч. Запуск остальных устройств во всем здании займет больше времени.
ассасины утверждают, что Аль-Муалим был великим наставником, развращенным жадностью, вступившим в сговор с тамплиерами, чтобы захватить яблоко Эдема. Я вижу в нем умного и хитрого лидера. Используя своего лучшего ассасина, Аль-Таира ибн Ла-Ахада, он уничтожил сообщников, чтобы с помощью яблока принудить планету к миру. Аль-Муалим абсолютно точно не являлся членом Ордена. Но его видение мира было значительно ближе философии тамплиеров, чем ассасинов. В прошлом оба лагеря хотели одного — мира, но их способы достижения цели различались. Если бы Аль-Таир не убил Аль-Муалима, позволив тому осуществить свой план, возможно, мы жили бы мирно. Лишь когда Аль-Таир реформировал братство в соответствии с идеалами свободной воли, конфликт распространился на весь мир. Раз даже мудрец с горы сумел посмотреть на мир с нашей точки зрения. Что уж говорить о других ассасинах. Ответы в истории Шея просто так этого не объяснишь.